Спасибо за внимание. Да-да, ты меня убил. Не поражен. Это оставайся. Это девочка. Вот так вот переезжаем. Замочек где-то был. Какой у тебя тут срач? Какой у тебя тут срач-то дикий? А ты кого укусил? Это значит, что у меня не хочет убежать. Хочет. Почему мы решили показать уборку у малолеток? Потому что всегда с малолетками веселее всего, да, Катя? Особенно посреди ночи, уставшие. Самое то заканчивать вечер уборки на любимых малолетках. Так, осталось высадить мальчика и все позади. Ой, ё-моё. Как вы знаете, это самый большой вид кобры, который... Вообще, в принципе, самая большая кобра в мире. Ну и при этом комбинация очень невероятная. Это одна из самых быстрых вообще кобр. И вдобавок еще и одна из самых ядовитых. То есть все прям при ней. При малолетке. Так, 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 уворачивайся. Дай мне тебя закрыть. Это что было? Это что было? Так. Здесь неудобный замок. Я... неправильно расположил. Да, ну и плюс агрессия туда же можно отнести ко всему этому. Ты когда-нибудь прятаться начнешь? Все. Спасибо за внимание.